Да. И это все сделал я. Ай, ну и ладно, черт с ним. Пойду дальше. Приветик. Мое приключение и выживание продолжается. В целом, как и всегда. В прошлой серии я прибыл в этот магазинчик, где удачненько нашел свою долгожданную отвертку. Но помимо отвертки, здесь были и другие полезные вещи, поэтому я решил их все забрать себе. Ох, давненько я это хотел сделать. Приперло так приперло. Так, надо обязательно помыть руки и подлатать раны. Да, неправильное использование ускорения времени может привести к таким последствиям. Будьте всегда внимательны и осторожны. Ох, ну что ж, нужду исправил, карманы набил. Надо бы съездить домой, разгрузиться. Да заводись уже, поехали, все. Надо как-нибудь сжечь эту кучу трупов посреди моей парковки. Обязательно. Как вы видите, вещей у меня было предостаточно, и переживать мне особо было не о чем. Поэтому я потихоньку все раскладывал по шкафчикам. Закончив с разгрузкой, я решил вернуться сразу же в город. Там остались еще интересные для меня места. Да, разбираться с зомби на машине мое излюбленное занятие, но транспорт все-таки мне нужен, как-никак. А здесь довольно-таки уютно. И прикольно. На узкой улочке находились интересные для меня гаражи. Один из них был даже открыт, поэтому я решил в него заглянуть, но то, что меня ожидало, вовсе меня не обрадовало. Да, это именно то, что меня ожидало. Времени терять я не стал, по-быстренькому хватанул то, что мне надо, и решил возвращаться к машине, потому что ко мне уже приближались друзья. Да, там стало жарко. Я быстро прыгнул в машину и доехал до дома. Вернувшись, я занялся немного домом, но вскоре снова поехал в город. Прыжок через забор стал не очень удачным действием с моей стороны. Я, во-первых, поцарапался, а во-вторых, выронил свою мачете. И когда начал сражаться с зомби, я был удивлен, что начал их толкать, а не рубить. Благо, у меня в сумке лежала кувалда, которую я вскоре достал, чтобы расправиться с ходячими. Понятное дело, что кувалда нужна была мне не для убийства зомби, а для уничтожения укрепленных строений. На тот момент у меня была цель найти укрепленные сооружения, потому что, как обычно, за ними находятся самые драгоценные вещи. Я колесил по неизвестным мне дорогам, иногда натыкаясь на какие-то сооружения. Шум двигателя привлекал большое количество зомби, поэтому возможность остановиться у меня отсутствовала.